Массовое отравление в санатории для пожилых людей Пушкина в Дзержинске. Об этом к нам в редакцию сообщили родственники отдыхающих там пенсионеров. Часть пенсионеров уже забрали домой, часть остаются в санатории. Позавчера вечером была у нас картошка с рыбой. Она мне очень не понравилась. Но она не понравилась только и все. Но все равно я съела. Все равно и что у вас было? Тошнило? Два часа ночи у меня было рвота, понос. На первом ряду сидела концерт, и тут же сразу, как пошло, боже мой. Потом еще на процедуре одна женщина прямо на процедуре вырвала. А что с рыбой было? Рыба какая-то невкусная, нехорошая была. А она что значит? Она что, тухлая разве была у нас? Она не пахла, но она какая-то невкусная была. Слабость, отравление, рвота была. Вот два дня уже валяюсь. Это было у меня ночью, некоторые после обеда, сразу вот она уже уехала, женщина одна. Рвал ее, и прослабление сильное, и она плохо себя чувствовала, уехала. 15 человек сказали, у тебя тоже нету, тошнит и стул жидкий. Это отравление. У меня болит желудок, и вот у меня сейчас уже начинает вот это уже обострение пойдет сейчас. Это все отравление дает. Бежать надо отсюда, чтобы не отравиться. Скажите, как сегодня чувствует себя ваш пациент? Нормально. Отдыхающий. Нормально себя чувствует. Температуры почти ни у кого нету. Отравления у нас нет. У нас есть ротовирусная инфекция. Была тошнота. У трех человек был подъем температуры. Сейчас все себя чувствуют нормально. Человек 15 всего лишь. У нас в праздники 7-8 по заявлениям уезжали и в Нижний Новгород. Поэтому я тоже считаю, что если несколько человек вот заболело, только из-за этого привезли, с теми, с кем они общались. Ротовирусные инфекции, тоже рвота и понос, может быть, подъем температуры. Вчера я весь день лежала, не поднималась, не смогла ходить даже. Так у вас отравление или простуда? Никакая простуда, одним дням не проходит. Если у человека случились какие-то мероприятия с желудочно-кишечным трактом, они считают, что это отравление. Ротовирусная инфекция, внебольничная пневмония, есть грипп с кишечной формой. Такое тоже есть, однако вы, наверное, об этом тоже не знаете. То есть вы считаете, что все у вас нормально? Я считаю, что мы работаем в нормальном режиме. Кстати, как сообщили нам родственники отдыхающих, с жалобами они обратились также и в прокуратуру.